16 интеллектуалов из разных школ района заявились на участие в игре «Дети нового поколения». На этот раз соревновались 7 и 8 классы. Соперничество проходило по олимпийской системе. До полуфинала дошли четверо, до финала двое. Сегодня у нас с вами проходит второй этап игры «Дети нового поколения», на которой собрались учащиеся 7-8 классов. Все те же условия, все те же 4 этапа, которые будут проходить. После 2 этапов, которые проходят за компьютером, в полуфинал выходит 4 учащихся. Среди них разыгрывается финал. В финал выходит 2 человека. И в итоге у нас оказывается победителем 1 учащийся, который будет представлять наш район на областном этапе телевизионного проекта «Я знаю». В первых 2 этапах на компьютере нужно было ответить на 10 вопросов. 4 самых эрудированных вышли в полуфинал. Уже в первых конкурсах определился главный лидер – 8-классница из Жирович Агния Режабик. Добавим, она уже 2 побеждала в этой игре. В полуфинале и финале Агния лишь упрочила свое лидерство и поэтому с легкостью выиграла в 3-й раз. Очень любит читать. У нас дома всегда есть книги, много книг. И мама дает, она покупает книги, разные энциклопедии. И сама читаю. А какой у тебя любимый предмет в школе? Наверное, русская литература. Я бы хотела связать свою профессию с творчеством. Творчество — это понятие широкое? Да. Я люблю рисовать. И я бы хотела что-нибудь рисовать. Дизайнером, может быть, или архитектором.